бойца в красном углу ринга. Рост 178 сантиметров, вес 75,7 килограмма. Его профессиональный рекорд 7 боев, 7 побед. Двукратный чемпион мира по боевому самбо. Двукратный чемпион России по боевому самбо. Представляющий команду «Комбат Добро Украина», не знающий поражений, Хабиб Бэтбой Нурмагомедов! А вот его соперник слева от меня в синем углу ринга. Рост 183 сантиметра, вес 75,2 килограмма. Профессиональный рекорд 2 боя. Одна победа, одно поражение. Представитель команды «Пересвет Файт Тим» из Ростова-на-Дону, приветствуйте Каджик Апача! И инструктаж от Ашота Ашудена. Давай, Хабиб!
начинает. Два Марадона. Звони Кличко. Пусть чуть-чуть отменит. Бороться не умеешь. Что за жизнь? Я охренею. Первый раз так не хорняю. Дамы и господа, бой остановлен через 4 минуты и 31 секунду первого раунда. Удушающим приемом победу одержал Хабиб Нурмагомедов!